19 стипендий ученого совета Байкальского государственного университета получили сегодня отличники, общественники и молодые ученые вуза. Кто вручал почетные выплаты, расскажем в следующем материале. Сразу три знаменательных даты отметили в Байкальском государственном университете. 110-летие экономического образования в Восточной Сибири, 80-летие Иркутской области и 122-й день рождения БГУ. Поздравили родной вуз лучшие студенты, преподаватели, иркутские ученые и почетные гости из Москвы. Самое главное в университетской жизни – это чтобы все шло своим чередом, чтобы студенты учились, преподаватели, так сказать, преподавали, страна получала специалистов. Специалисты с дипломом Байкальского университета известны далеко за пределами нашего региона. В БГУ ценят свои кадры и поощряют лучших студентов на протяжении всех лет обучения. Здесь готовят высококлассных специалистов, которые востребованы во всех сферах народного хозяйства. И не только народного хозяйства, и в бизнесе, и в других отраслях. Там, где они приходят, это подготовленные, как правило, люди. 19 стипендий ученого совета БГУ и 2 именные стипендии выпускника Байкальского университета Сергея Чемизова сегодня получили отличники, общественники и молодые ученые. С первого курса я активно принимала участие во всех научных конференциях, писала статьи. И вот совершенно неожиданно для меня произошло так, что меня факультет представил как стипендиата ученого совета. Это безумно приятно, я горжусь собой. Гордились собой и своим вузом не только стипендиаты и дипломанты, но и все участники праздничного мероприятия, в котором переплелись 100 с лишним лет истории Восточно-Сибирского региона и Байкальского университета. Анна Бородина, Игорь Титенко, «Новости сейчас».